А сенаторы Серик Шайдаров и Советбек Медибаев, а также депутат Мажилиса Аманжол Алтай сегодня ознакомились с подготовкой к отопительному сезону в Жезказгане. Они выехали с рабочими встречами в область Улытау. В Жезказгане на подготовку к отопительному сезону выделили больше 2 миллиардов тенге. Львиная доля из местного бюджета. На эти средства отремонтируют 8 километров тепло- и водопроводных сетей. Подготовка к зиме на предприятии, обеспечивающем город теплом и водой, идет согласно утвержденному графику. Однако есть проблемы. Компанию, которая долгие годы находилась в доверительном управлении, в прошлом году передали в коммунальную собственность, а 70% теплосетей, находящихся в ее ведении, изношены. Чтобы преодолеть финансовые трудности, со следующего года руководство предприятия планирует участвовать в программе «Тариф в обмен на инвестиции». Как вы знаете, принят закон о теплоэнергетике. Мы сейчас много об этом говорим. В целом видим, что подготовка идет по плану. Однако, так как это областной центр, необходимо выделить средства из республиканского бюджета. Потому что динамика такая, если не реализовать все эти планы, подготовка к зиме может быть сорвана.